Став мамой, Оксана Артюхина пришла к идее создания объединения «Супермамочки». Уникальный проект успешно существует уже полтора года. Инициатива давно вышла за рамки города и связала мам как из Одинцовского района, так и из Москвы. В качестве актива клуба выступают сама Оксана, Ольга Савина и супербабушка Лариса Артюхина. У них появился даже свой девиз «Нет для нас границ в декрете, вместе с нами наши дети». В марте на выездной приемной Оксану Пушкину пригласили посетить мамин дом, и она с радостью согласилась. Встретиться с омбудсменом хотели многие, но поскольку визит выпал на время дневного сна детей, пришли далеко не все супермамочки. Привет всем! Привет! 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 Как дела? Слушайте, как у вас здорово. Встреча проходила в теплой, без преувеличения домашней обстановке. Оксана Пушкина отметила, что в мамином доме есть все. Детская кухня, игровая зона с деревянными домиками, уютные маленькие спаленки и даже группа кратковременного пребывания. Супермамочки рассказали, что среди них немало профессиональных специалистов. Есть, например, педиатр, логопед, психолог и кондитер. Это что, как детский сад? Что это? Рассказывай. Нет, это мамин дом, в котором собираются мамы вместе с детьми. Мы нуждались вместе, в котором мамы могут прийти с детками до 3 лет. Это очень чтобы хорошо. Чтобы вот мы могли сидеть, общаться, обмениваться опытом, проводить какие-то мастер-классы. Благодаря супермамочкам у женщин теперь появилась возможность общаться с семьями, обмениваться полезной информацией, заниматься с детьми фитнесом и вместе с ними приходить на полезные мастер-классы. На встрече уполномоченный по правам ребенка подчеркнул, что такие инициативы необходимо развивать не только в Подмосковье, но и по всей России. Уникальная организация. Я даже скажу вам, что вряд ли в мире мы найдем вот такое объединение инициативных, ярких, красивых, образованных, молодых и не очень молодых мамочек. Супермамочки. Вообще большая перспектива у этой организации. По словам Оксаны Викторовны, важно объединить всех мам, находящихся в декретном отпуске. Она подчеркнула, что с помощью супермамочек у одинцовских женщин появилась возможность постоянно общаться, передавать друг другу опыт, а также приучать к общению и своих малышей. Потрясающие девчонки и потрясающая организация. И впереди еще очень много у них планов, и есть тема, куда развиваться. В клубе для мам организуются мастер-классы по самым разным тематикам. Например, уроки живописи, курсы английского или испанского языков. Пока родители получают практические знания, дети играют с аниматором или друг с другом. Сейчас супермамы основательно готовятся к параду колясок, который пройдет в начале лета. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».